Ребята, дорогие, привет! Это новинки на моем канале, часть вторая. Давайте с вами будем смотреть. Значит, первая из новинок во второй части будет кварцевый массажер-скребок. Гуаша. Вот исправьте меня, пожалуйста. Материал кварц. 8,5 сантиметров длина и 2,8 сантиметров ширина. Артикул 910-186. Такой вот скребочек. Я уже им что только не поделала. Ребят, очень приятное ощущение. Даже не подумала, что я такую штучку хочу. Но так как я вип-консультант, я, конечно, схватила эту вип-новинку. Лимфу по лицу гонит отлично, да. То есть от носа к уху, когда вы вот так вот даже ведете, скребете, просто великолепно получается. Я, конечно, в шоке. Очень приятное ощущение. Он такой холодный-холодный всегда. Вот. Ну и тут написано, в принципе, как делать массаж этим кварцевым вибромассажером. Он обычный, без батареек, без всего. Это просто кусочек кварца. Очень такой, не царапает ничего. Очень такой легонький, приятненький. Он уменьшает напряжение мышц, улучшает общее состояние кожи, улучшает кровообращение, устраняет отечность, повышает плотность упругость кожи, улучшает цвет лица. Ну, в общем-то, можно им просто так, можно с кремом пользоваться, как вы захотите. Я одобряю эту штучку. Прикольная, конечно, но у меня уже столько всяких штучек от компании Faberlic. Просто не наберешься. Не наберешься времени все использовать. Шел он в таком вот пакетичке, очень симпатичном. Был еще упакован вот такую штучку. С ним идет очень подробная инструкция, ребята. Ее можно почитать, да, кто будет заказывать. Ну, в общем-то, штучка известная. Уже своими целебными свойствами и так далее, поэтому долго о ней говорить, я думаю, смысла нет. Далее, Лисвит Мета Ап в новой упаковочке, будем пробовать, будем пить, да, то есть я вам о них уже рассказывала, поэтому долго на них обращать внимание не буду. Просто хочу сказать, что тот, кто ищет по старому артикулу, вы не найдете, найдете только вот по новому. Далее, расчески. Заказала пару штук, потому что в доме у нас расчески вечно куда-то деваются. И сдается, что вот эта дырочка именно для тех, кому надо ее привязать. Нормальная такая, прорезиненная, удобная, очень крепкая, обычная, массажная, хорошая расчесочка, да. То есть удобно ей и расчесываться, и все. И она такая, знаете, небольшая, не крупная, компактная, очень хорошо все сделано, великолепно. В общем-то, никаких нареканий нету, расческа как расческа. Артикул 910-195, размер 22 сантиметра. Материал АБЦ пластик, нейлон, резина. Называется она «Милая овечка». Ручка тут, правда, такая прикольная, из руки не выскользнет, не выпадет, да, то есть вот обычная, да. Поэтому все, поехали с вами дальше, а дальше у нас получаются оттенки лаков. Сейчас я прям увеличу, скорее всего, для вас, чтобы мы с вами могли нанести. Так, значит, вот новые оттеночки лаков. Color Effect. Лак для ногтей. А, с эффектами. Да, то есть он тут идет со скидочкой. Ну, давайте будем смотреть, что у нас там за эффекты. Они такие, знаете, просвечивающие очень, да, как вы видите. Такие вот прям их видно. Их видно. Угу. Ну что ж, будем экспериментировать. А чья это тут лапка? Чья это тут девочка мне помогать пришла? Давай, иди уже во свояси, солнышко мамина. Соскучилась. Соскучился у меня ребенок. Ну, у девушки, конечно, обалденный маникюр. Все разными цветами накрашено. Я это очень-очень все дело люблю. Так, ну что ж, давайте начнем. Так, первый, значит, я беру такой вот лак. Артикул 7845. Вишневый леденец. Да, то есть вот он такой вот прозрачный. Он на самом деле такой, как будто и незаметный. Да, получается, вишневый леденец. Вот такой вот он. Угу. Да. Значит, следующий. Давайте с вами посмотрим, какой я взяла. Беру наугад. 7847. Это арбузный леденец. Окей. Да, он такой идет, ребят, поплотнее. Арбузный леденец.
Да, такой вот. Ну, они все, как вы видите, полупросвечивающие. Очень приятно, что они сами растекаются. Да, как вы видите. Я их наношу небрежно, но они растеклись, потекли, и все с ними хорошо. Ну, приятно, да? Приятно, я думаю. Вот этот, конечно, его вообще практически нету, да? Кажется, такое ощущение. Следующий, наверное, будет клубничный леденец. 78-46. Нет, ребята, будет малиновый леденец. Да, такой вот он тоже. Видите, вроде бы яркий, но он идет как тоже полупросвечивающий. Ну, давайте посмотрим. Вот как будто ничем не отличается, да? Угу. Такой тоже легкий, полупросвечивающий. Очень сильно блестят, прям красиво. Видите, переливаются, как втирка. Вот у меня сейчас на ногте втирка. Так вот они чуть-чуть уступают обычные лаки, втирки профессиональные. Вот представляете, какие хорошенькие. Так, ну и последний, это клубничный леденец 78-49. Ну, давайте посмотрим, что там за клубничка. Вот, мне кажется, вот это малинка, а не клубничка. Да? Прям такой насыщенный оттенок. Ну, вот они такие тут, полупросвечивающие, очень даже приятные. Ну и давайте посмотрим первый. Что с ним будет, если его нанести, например, в два слоя. Да? То есть, вот вы видите. То есть, особого нету такого вот прям супер-супер эффекта. Даже в два слоя он получается такой нежный, полупросвечивающий. И вот этот, если в два слоя нанести... Давайте тоже его посмотрим. Угу. Ну, этот прям такой поплотнее сразу стал. Не могу сказать, что он прям будет просвечивать, но уже красивый, да, такой оттеночек. Вот, ну, что будет, например, если смешать несколько их, да, несколько оттенков, да, вот этот, например, я смешаю, к примеру, вот с этим, да. Давайте посмотрим, что получится. Ну да, такой уже более насыщенный оттенок. И вот этот, если в два слоя наносить, последний самый, да, который я вам называла, он уже получается тоже поплотней. Оригинальные лаки, я вам скажу, потому что они прям светятся как будто изнутри, они такие блестюнчики, просто невероятные блестюнчики. Ну, в общем-то, все вам показала. На самом деле покрытие не супер плотное. Вот эти лаки я еще вам покажу. Вот, по стойкости, как обычно, отдам девчонке, которая все это любит делать, и пусть она сделает вывод. В прошлый раз лаки Ди Портофино продержались у меня около 6 дней. Я помню, где-то они вот тут вот были, да, вот эти вот Ди Портофино. Я была просто в шоке над ними, вот над этими лаками с блесками. Просто невероятно долго продержались. Уже надоело, а он все держится. То есть я накрасила два последних ноготка с той, с другой стороны. И так вот и ходила с голубыми ногтями. Вы не представляете, это просто было что-то с чем-то. Дальше. Давайте с вами посмотрим, что у нас дальше. Значит, это я взяла по 70% скидкой свою любимую маску. Она идет 60+. Пользуюсь ею и я, и мама. Это интенсивное омолаживающее действие, восстановление четкости контура лица. А далее восстанавливает структуру эпидермиса, нормализует работу сальных желез, прекрасно очищает поры, устраняет черные точки, стимулирует работу коллагена и эластина, мягко отшелушивает роговевшие клетки, повышает регенеративные функции клеток и повышает эффективность средства ежедневного ухода. То есть такая вот классная масочка, идет как глиняная, а артикул 0761. Я ее сейчас, конечно же, не буду вскрывать. Ну, в принципе, почему бы и не вскрыть, можно и вскрыть, да, такая вот она с не очень таким приятным ароматом. Ну, аромат глинки, да, то есть я вот люблю аромат глины. Мне кто-то писал, что она невкусно пахнет, но, ребят, глина зато пахнет глиной. Такая сладенькая, ничего, такая хорошенькая. Так, дальше патчи. Тоже взяла 70% скидкой, одну по Like Faberlic, и вот две 70% скидочки у меня пошли именно по VIP-программе, да, то есть вот такая вот красота. Эти патчи 0916, они больше как-то подтягивают, разглаживают, а вот эти 0946, они больше освежают и разглаживают морщинки, да, то есть у них реально разные действия. Вот прикольно, прикольно. И теми, и другими я пользуюсь по очереди. Далее, вот такие вот парфюмерные татуировочки. Я сейчас уже не буду их делать.
Я, скорее всего, попрошу старшую дочку с ними побаловаться, да. Правда, есть какой-то такой легкий какой-то аромат. Так, как они? А, вот они тут открываются, да. Артикул 3803. Ну вот, мне кажется, я уже слишком взрослая для этих татуировок. Если потанцевать я люблю, да, то сами татуировки как-то мне не хотелось бы делать. Действительно, такой еле-еле уловимый, но ароматик есть. Да, то есть, знаете, что такие есть. Катюшу попрошу потом, чтобы она это вот... Я хотела, знаете, еще себе на отдых сделать, да, что-то типа браслета, там еще чего-то, да, я вот хотела такое вот и браслетиком, да, как бы сделать вот так, и сюда вот это вот сердечко, но у меня не получилось по той простой причине, что они пришли позже на день, нежели мы уехали. Далее, вербена. Так, я сейчас наносила, получается, дневной крем. Именно дневной крем. Ужасно понравился, кожу у меня его съела мгновенно, но это еще после отпуска, он идет как SPF-очка 10, наша новая линейка вербена, аромат, консистенция, все точно такой же, какое и было до этого, да, то есть смотрите, она плотненькая, но впитывается отлично, разносится отлично, много его не надо, кожа сразу такая, уай, спасибо, накормила, да. То есть вот такой вот приятный эффект. Аромат такого какого-то красного винограда. Вот видите, ребята, я провожу, и у меня долго еще остаются следы. Это говорит о том, что у меня еще не улегся загар, поэтому кожа вообще просто ругается на меня. Говорит, где ты была, где тебя носила. Видите, какие следы остаются. Это только вот от южного загара вот так вот бывает. Ночной крем. Ну, он такой... не больше плотный, такой же, наверное, как и дневной, но чувствуется, что он более такой питательный. Аромат тоже такого арбузика очень приятного. То есть эта линейка создана для того, чтобы повернуть 5-7 возрастных изменений. В общем, буду ей пользоваться. Она идет 30+. Мне понравилось безумно. Увлажняющая маска для лица. Буду вот ее тестировать. Я хочу ее взять с собой. Единственное, что могу сказать вам сейчас про нее. Цвет, консистенция и так далее. Да? То есть давайте вот тут я не наносила. Такая вот масочка. И способ применения у нее такой, что мы наносим на очищенную сухую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Через 15 минут мы смываем теплой водой. Для более интенсивного ухода мы используем, не смывая, вместо ночного крема. Ребят, ну круто, хорошая такая масочка. Применяйте 1-2 раза в неделю. Вот я думаю, будет здорово мне ее завтра, например, на ночь сделать, потому что сегодняшнюю ночь я уже буду в машине ехать, да, то есть, ну, она такая, чувствуется, что она плотненькая, чувствуется, что она увлажняет, прям, да. Да, прям, конечно, да. Вот, поэтому хочу с собой взять вот это вот дело. Далее, крем для век. Так, тоже только при вас его открываю. Я хочу сказать, что впитывается мгновенно и не оставляет никакого жирного блеска. А ни ночной, ни дневной крем. То есть у вас и отлично ляжет макияж. Это я 100% прям вам говорю, 100% уверена. И вы не замараете на ночь подушечку. Да, свою, на которой спите, а вы ее не замараете. Ну, крем для век тоже, да, чувствуется, что он антивозрастной, плотненький такой. Аромат такой же, как и у всей линейки. И чувствуется, что у нем много увлажняющих эффектов. Прямо омолаживающий крем с антивозрастным комплексом из вербены. В общем, мне нравится. Буду тестировать, ребят. Много я сказать про нее же не могу, пока вот так вот, да, не протестировала, не посмотрела. Вот. Ну и CC-крем, который мне больше всех хотелось попробовать, потому что я не пробовала ни разу ни одного CC-крема от вербены, потому что у нас, к сожалению, столько тональных средств, что просто не сосчитать. Так, давайте смотреть вот тут по перекрываемости. Значит, он мне кажется пока что темноватым, на мой взгляд. Да, то есть вот, ну прям темноват, да, желтоват, темноват. Ну посмотрим, камера передает, кстати, я вот сейчас посмотрела, очень даже хорошо. Так, значит, он идет SPF 10, солнцезащитный фактор, омолаживающий, с активным антивозрастным комплексом. Наносить утром на очищенную кожу лица, шеи, зоны декольте, написано. Вот, то есть крем нам не нужно наносить. Ну, ребят, нет, он не темен. Очень темный. И ну, сейчас вот так вот нанесем. Да, вот я примерно выдавила столько, сколько мне нужно на лицо.
Я вижу, что он немножечко забивается в морщинки. Я думаю, вам тоже это видно, да? Вот забитость в морщиночки немножечко идет у него. А вот кожа, конечно же, мягкая, бархатистая, очень приятная. Ну и сами видите, да, то есть я его нанесла, эта ручка стала желтее, нежели это. Вот, ну, как я его использую, да, вот, я человек экономичный, даже если мне не подходит крем, он мне темноват, кстати, у него какой-то есть горький такой привкус в запахе. Что хочу сказать, у меня есть пудра, которая светлее, чем нужно для меня, поэтому я легко его буду наносить. Нанесу эту пудру и легко проведу вебинары. Далее гель для умывания для всех типов кожи. Тоже, ребят, впервые смотрю его. Вот, с собой я его тоже не взяла, как вы понимаете, по обычным причинам. Так, давайте вот так вот. Ну да, хороший гельчик, будет хорошо мыть. Мне уже на ощупь нравится. В общем, когда я буду снимать пустые баночки, я превьюшку, да, картинку, да, поставлю именно вот этой вербены, потому что все в одно и то же время примерно должно закончиться. Далее очищающее молочко, очищающий получается тоник и мицеллярная вода для снятия макияжа. Вот мицеллярку я буду пробовать только сегодня. Я пробую, у меня сейчас есть вербена, старая версия, и вот эта новая версия. Кстати, упаковочка, аромат точно такой же мне показался. Вот тоник и молочко. Ну, молочко, я так понимаю, оно просто беленькое очищает, да, посмотрите, прям какое оно густое, прям густущее, оно не течет абсолютно. Да, так, для чего такое густое молоко? Так, ежедневный уход за кожей лица с активным так, способ применения. Нанесите молочко при помощи ватного диска на кожу. По мере необходимости меняйте ватные диски до полного очищения кожи. Угу. То есть оно очищает кожу. Мицеллярная вода и вот тоничек. Ну, тоничек, как обычно. Жидкий и с запахом всей вот этой вот линейки вербены. Слегка такая вот розоватая водичка, очень приятная. Угу. Ну, в общем-то, все. Я вам пока все рассказала, что могла. То есть, на мой взгляд, поменялась только упаковка. А средства и действия остались такие же классные и клевые, как и были до этого. Так как у меня еще есть вот такая вот старая мицеллярная водичка для снятия макияжа, как вы видите. Я, конечно, рада, что линейка обновилась и как-то вроде бы стала красивее, нежели была до этого. Да? Вот старая версия, вот новая версия. Ну да, вот это как-то поприятнее, мне кажется, смотрится. Ну вот, в принципе, и все. Миллиметраж тут 100 мл, тут 110 мл. Да, то есть на 10 мл вот это вот поменьше идет. Ну, в общем-то, и все. Запах, консистенция мне показалась абсолютно одинаковая. Осталось попользоваться месяц-другой и сказать вам уже такой прям точный свой вердикт, как оно, с чем это едят, классно ли оно и так далее. Далее, ребят, кепочка голубая, козырек соломенный, вернее, артикул 600-676, размер 55 плюс-минус 3 сантиметра. А, ну что ж, я так понимаю, мы ее застегиваем. Я не буду ее туго застегивать. Тут такая вот липучка. И надеваем и смотрим, как оно нам. Ну, в общем-то, если честно, оно мне на голове мешается. Но если вот, например, сделать гульку. Давайте прям попробуем забрать волосы. Сегодня их только покрасила, полечила у мастера. Так, ну, примерно вот так, да, сделаем гулечку. И наденем снова, посмотрим, как оно будет смотреться. Мне кажется, это на молодых, это уже как будто бы и не мой возраст уже, да, согласны? То есть вот это, мне кажется, оно должно лежать вот так вплотную на лбу. То есть и когда я это вплотную на лбу делаю, я вас не вижу, я никого не вижу. То есть это надо делать выше и вот так вот ниже, я так понимаю. Но оно тогда будет слетать от любой витринки, и тут тогда будет стоять. А вот так вот, не знаю. В общем, не поняла, да? То есть, скорее всего, козырьки просто это не на мою голову. Хотя он такой аккуратный, клевый, классный. Как бы претензий к нему абсолютно, ну, никаких нету.
Итак, наша летняя коллекция, ребята. Ну, мне кажется, что это абсолютно не мое, но что вы скажете? Такой вот разрезик прямо. Оп-оп. Катя, видно меня вместе с тканью? Да, конечно. Да? Такой вот разрезик. Ткань очень легкая. Она, ребят, просвечивает немножко совсем. Ну так, не немножко, я бы сказала. Купальник, например, темный будет видно. Такая вот кофточка, которую можно, я так понимаю, и вот так надеть. Но она до такой степени короткая, что тут просто вот, видите, да, уже все, мой живот и пояс юбочки. В общем-то, я не знаю даже, надо мне такое или не надо. Мне кажется, что это только для молодых или для стройных, красивых. Итак, значит, топ с открытыми плечами. Размер XL, 100% вискоза, артикул 930-034. А юбка с запахом, кстати, мне очень эта юбка понравилась. Вот дайте мне, пожалуйста, совет. Топ не понравился, юбка очень. А артикул 930-046, тоже в размере XL. Да, то есть такой вот образ. Вот такое платьишко, если честно, мне не хватало на отдыхе. Легкое, приятное, классное, невесомое. Плечи можно тут, кстати, мне кажется, что тут можно плечики закрывать, чтобы не было вот так вот, можно на одно плечо сделать, да, то есть таким вот образом можно на оба плеча сделать, если вам захочется, да, то есть чтобы, ну, в общем-то, оно до такой степени легкое, невесомое, вот судя по бирке, вы, я думаю, видите, как оно просвечивает, да, то есть все будет видно, но с другой стороны, прям отличные, прям отличные. Прям такое легкое, приятное. И, кстати, скрывать все недостаточки, можно расслабиться и ходить. Так, размер XL, артикул 930-022, 100% вискоза. Хорошенькое такое платьишко. И с двумя такими вот разрезами. Оно, наверное, самое классное из всех летних, которые есть. Артикул 930-004, размер XL, 100% вискоза. Ребят, даже не раздумывая, оставляю, потому что такая красота. Очень жаль, что оно пришло только на следующий день, я не смогла его взять с собой на отдых. Да, вы знаете, что мы летали в Дубае. Вот вернулись 26 числа только утром в Киров с Дубаев. И вот я снимаю этот обзор, когда я могла действительно взять с собой такую вот красоту. Ну и точь-точь как предыдущее голубое, только красное. И я бы вам сказала, что оно тоже прикольное. И смотрится очень даже неплохо, неплохо. Тоже 100% вискоза, цвет красный, артикул 930-028. Но красный тут не такой вот кричащий, а знаете, такой спокойный, приятный красный оттеночек, красный цвет. И вот эта вот вискоза, она до такой степени легкая, приятная. Такое чувство, что я голая стою, вот честное слово. Ну все, переходим на спорт. Сейчас на мне, значит, брюки женские, артикул 861-430. Кстати, классные такие, натуральненькие, 80% хлопок, 20% полиэстер. Тянутся они не сильно, они плотные, они с карманами. Так, тут талия просто на резиночке. Ну, слушайте, ребят, мне безумно нравится, я, наверное, в них сегодня и поеду в этом костюме в Челябинск. Очень удобный, очень клевый костюм. Так, футболка женская, размер М. Катя, это твоя футболка. Меня Катя снимает. Ну, слушай, нормально же. Оставляй, она тебе хорошо. Да, ладно, пусть будет М. Обалдеть. XL и М, это огромная разница. Просто. Ничего себе. Артикул 861-399. Может, пересорт какой? 92 хлопок, 8 эластан. Обалдеть. А может, а штаны? А штаны L. Может быть, они маломерки, большемерки? А может быть, они большемерки, но они на мне нормально смотрятся. А может, вы похудели из Дубая приехали? Это вообще как так? Ребят, что, неужели так хорошо коктейли Wellness работают? Мы их пили на ночь. Вместо ужинов захотим есть, не идем и пьем.
Даже не знаю. Но я же XL всегда. Ничего себе. Ну, в общем, L и M, если никаких ошибок. 80% хлопок, 20% полиэстер, это вот штаны. Такие плотненькие, приятненькие. А эмочка, футболочка, 92 хлопок, 8 эластан. Кофта на мне XL. Так, 80 хлопок, 20 полиэстер, артикул 861, 341. Что хочется сказать про кофту? Ребят, ну, в принципе, сам костюм мне нравится безумно, особенно с белыми кроссовками. XL мне прям впритык. Эль бы на меня не налезла, как вот, допустим, футболка. Значит, футболка, я так понимаю, она оверсайз. Потому что Эль на мне нормально села, значит, футболки оверсайз. Вот, почему мне тут села эмочка, я не Эльчка, вернее, я не знаю. Вот, карманы есть и тут, и тут. А, капюшон. Капюшон. Капюшон, просто капюшон, без утяжечки, без всего, тут без антизакуса, ну, мы, в принципе, не дети, я просто всегда смотрю, есть ли тут антизакус. Ну, нормально, длина рукава отличная, скорее всего, длинноногим девчонкам, сильно длинноногим будет не особо хорошо в нем. Вот, может быть, будет коротковато рукава, но мне слегка длинноваты, поэтому я даже и не подумаю. В общем, оставляю себе эту модельку. И поеду в этом Челябинск. Вот, ребята, XL. А там действительно футболка была Катина. Но я Кате перезакажу, потому что я ее себе забрала. Ладно. Ладно, говорит. Да, вот она XL, как она смотрится. Она, оказывается, намного длиннее XL-овская. И вот такая вот обычная, простая. Артикул 861, 407. И, в принципе, и по плечам, и все тоже как раз так же, как и та. Вот, только такое чувство, что она немножко подлиннее. Но ее удобно будет заправлять, потому что вот где, да, получается шов, ну, пояс, да, и она прям намного-намного длиннее пояса. Мне кажется, очень даже удобно ее и заправить, и выправить так просто с велосипедками носить из новой серии, да, то есть, ну, так отлично. Ребят, так как от этих костюмов штаны у меня были только одни красные, я понимаю, что это все не к цвету, не к телу, но просто вам показать, как вообще смотрится. Мне идет лавандовый цвет, я бы вам сказала, очень красиво, приятно. Размер XL. 50 размер, мне идет прям размер в размер, все отлично. Худи на молнии, женская, артикул 861, 335. Давайте застегну, покручусь. Точь-точь такой же, как красная, только вот такой вот цвет. Прикольно, мне нравится. Ребят, ну класс, осталось дождаться штаны и футболку. Вообще класс, будет такой монолог суперский сейчас. Оно как раз вот в моде. Тоже XL, артикул 861, 329, состав идентичный предыдущему. Классный оттеночек аквамарин, очень-очень нравится, просто супер. Она, ребят, плотная, на жару, конечно, эта коллекция не подойдет. Но что я вам хочу сказать про качество, это просто невероятное крутое качество, просто супер-супер вещи. А, так, на мне сейчас тоже XL, артикул 861, 323. Ну вот XL прям вот впритык, вот тут прям все в обтяжечку, все как нужно. Да, то есть классно. Осталось дождаться штаны, не буду возвращать назад. Надеюсь, что штаны, даже если мне не достанутся штаны из этой коллекции моего размера с джинсами, самое то будет. Идеально. Ребят, я не знаю, как так получилось. Я заказала ребенку своему велосипедки XS. Они на нее не налезли. Естественно. Они, мне кажется, ни на кого не налезут. Это больше, наверное, под ребенка уже сделано. Знаете, ткань как купальная вот у этих велосипедок. Что еще хочу про них сказать? Ну, обычные такие нормальные шортики. А состав тут не натуральный, на мой взгляд. 87 полиэстер, 13 эластан. XS размер, 861, 475 артикул. И вот вы знаете, я подумала, что такие ничего себе нормальные черные шортики. Я подожду Викуську,
У меня такое ощущение, что там ее попочку подойдет. Но в талии будет великовато. Но мы сейчас посмотрим, прежде чем отправлять на возврат, может быть, викуськи подойдут. А так возврат стопроцентный, потому что я вместо XL нажала XS. Я не знаю почему. То же самое с салатными, я также ошиблась. Но Катюша сказала, ей не надо перезаказывать размер больше, ей велосипедочки только вот черные нужны. А вот эти вот, они в принципе и тянутся хорошо, великолепные, и все. Тоже размер XS, ребят. Я не знаю, у меня такое впервые в жизни, чтобы я такое вытворила. У XS артикул 861-1469. Зонтики пошли, ребята, зонтики. Значит, сейчас у меня такой вот очень красивый зонт. Трость складной. Артикул 600-705. Распаковываем. Цвет, я так понимаю, классный такой. Зеленый, авокадо, как он называется, мне интересно. Значит, тут нужно нажать, то есть он полностью механически открывается. Вот я помню, как-то в компании Faberlic были зонты мелкие, непонятные, да, то есть мне они не нравились, они были такие ветхие. Но это было года, может, 3 назад, да, может быть, кто-то из вас помнит, да, пишите мне в комментариях. Вот этот зонт. Крупный, классный, четкий, качественный. В общем, никаких нареканий к этому зонту нету. Я его оставляю. Цвет тоже приятный, подойдет под и все. Такой, ну, такие спокойные оттеночки сейчас очень в моде. Ну и второй зонтик. Артикул у второго зонтика получается 600-706. Также на липучечке, также раскрывается, также кнопочка. Тоже очень приятный цвет. Качество, ребят, обалденное. Плотный, хороший такой. Качественный, да, плотный зонт. Мне понравилось. Так, ребята, сейчас, значит, у меня в руке полотенце Пештемаль. Материал 100% хлопок. Размер 70x140. Произведено в Турции. Артикул 910-206. Ну, давайте смотреть. Знаете, классное такое полотенце. С одной стороны, оно такое вот махровое, Катюш, видно? Угу. Такое вот оно прям махра-махра, с другой стороны, оно такое вот гладкое. По бокам вот эти вот висельки, прошу прощения, опять забыла, как они называются, бахрома или как. Вот. Ну и, в принципе, по размеру я вам скажу, что очень удобно. Его удобно будет с собой, кстати, взять даже на пляж. Да, здорово. Им будет удобно целиком обернуться и, в принципе, я сюда влажу. Вот. Нормальное такое, хорошее полотенце. Приятное, не грубое, мягкое. В принципе, очень даже большое и удобное. Дальше, ребята, чего еще у меня не было на канале? Я тут прям закладочек понаделала, да, то есть сладкие сны, красивое пробуждение. А вот этот крем я похвалила в прошлом своем обзоре, но, если честно, я про него хорошо и много не рассказала абсолютно ничего. Почему? Потому что я, как вы понимаете, приехала, у меня один день на тестинг, и мне этот крем очень понравился. Давайте я его прям увеличу и вам покажу. То есть тут такие вот охлаждающие штучки вы наносите. Знаете, ощущения безумно приятные. Под глазами прям безумно приятные. Вот, значит, этот крем создан для того, чтобы, в общем, он идет как сыворотка для век с инкапсулированным мелатонином, для разработан специально для активного восстановления кожи в ночное время. Уменьшает темные круги под глазами, замедляет проявление возрастных изменений, и аппликатор с тремя массажными роликами усиливает микроциркуляцию и лимфодренаж. Артикул 26.13. Крем мне понравился. Очень хорошо быстро впитывается. Даже макияж на него хорошо ложится, хотя он ночной. Но я его протестировала днем, ребята. Прям днем. Далее, вторая штучка. Это такая вот расслабляющий мист для сна, серии Dream Therapy. Его можно пшикать на белье, на подушку, вокруг себя. То есть это что-то типа ароматизатора для сна. 100 мл идет.
идет для быстрого засыпания, сладких снов и бодрого пробуждения. Ароматическая композиция создает комфортную атмосферу. Распылите мист на открытые участки тела, в спальне, на подушке или белье. Да, на тело его тоже можно распылять. Также подробнее можно вот этот квадратик заскринить, и у вас получится подробнее его посмотреть. В общем-то и все. Давайте его с вами откроем, посмотрим такую вот красоту. Неоновая коллекция просто огонь, я вам скажу, ребята. Мне очень понравилось качество, прям безумно классное качество. Ой, какой нежный, какой аккуратненький. Ну вот сейчас как усну, будете знать, прям сейчас так вот бах. Очень приятный аромат, да, вот этим вот мелатонином. Ага, приятный, мне нос не раздражает, здорово. Ну что ж, буду пользоваться всей линейкой, только когда с моими разъездами. Я не представляю. Что ж, ну и следующее, это Global Oxygen, наша кислородная крутая вот такая вот косметика. Вышла сыворотка кислородная мезотерапия для всех типов кожи 15 миллилитров. Это, конечно, огонь. Вот, значит, что она, ребят, делает? Что она делает? Такая вот красотка. Это домашняя альтернатива одноименной салонной процедуре, которая предполагает введение кислорода в глубокие слои кожи с помощью инъекций или специальных аппаратов. Сыворотка уменьшает видимость морщин, интенсивно увлажняет и питает. Она буквально заполняет кожу энергией и защищает ее от внешних факторов старения. Активизирует синтез коллагена и других белков, повышает тонус кожи, улучшает цвет лица, выравнивает тон и рельеф, снимает следы усталости, стресса, омолаживает кожу. Ребят, ну это просто круто. Давайте с вами смотреть. При вас ее первый раз распечатываю. Буду тестировать, потом, конечно же, расскажу. Так, как оно открывается? Начну открывается вот так и, скорее всего, нажимается. Нет, может, тут что-то где-то надо покрутить. А вот, крутите, и вот такие вот капельки. Да? Угу. Аромат у нее приятный, такой легкий, мягкий. Значит, давайте посмотрим способ применения. Так, способ применения. Нанесите средство на очищенную кожу лица утром или вечером. Можно использовать под крем, тем самым усиливая его эффект. То есть ее не нужно наносить под, получается, именно на морщинки, где они находятся. Его можно нанести, да, то есть на все лицо, и у вас будет все лицо молодеть, получается, да. Не могу никак привыкнуть к своей темной коже. Ну, то есть вот так вот. Впитывается вообще мгновенно, чувствуется, что там что-то такое очень мега питательное, да, кожа прям довольная, довольная. Угу. Ну что ж, посмотрим эффект, буду рада все это дело протестировать по приезду, на сколько дней хватит и так далее, и так далее. В общем-то, красота еще там. Ну вот, знаете, что появилась такая вот новиночка, я думаю, вы будете не против ее попробовать. Так, дальше у нас с вами идут носочки. А одни я уже распечатала, надела, мне прям идут размеры в размер, они хорошенькие такие, шикарные, высокие, приятные, кожа в них дышит, все великолепно. Значит, я надела вот эти, вот красный, белый. Очень давно в компании Faberlic вообще не было нормальных белых носков. Очень бы хотелось такие же мужские носки. Что хочется сказать про качество. Тянутся хорошо, невысокие, отлично. Можно носить какие-нибудь укороченные спортивные штаны. Вот сейчас в моде, да, немножечко, да, по щиколотку такие вот штанюшки. И из-под этих штанюшек, извиняюсь за сленг, но хочется подурачиться немножко, будут выставляться вот такие вот классные белые носочки. Значит, идут голубые с белым, салатные, да, с белым, и лавандовые с белым. То есть очень-очень красиво. Так, Викуся надевает сейчас платье-свитшот, размер 140-146. Запуталась, да, девочка моя, запуталась. Посмотрим, велико ноги или невелико. Ну, смотрите, нормально тогда. Вика, покружись. Нормально, я думала, будет велико, а на ней нормально. Туда Вика хочет зонт. Вика, разрешаю тебе взять зонт поиграть. Все, Вика кричала из-за зонта. Ей очень хотелось поиграть в зонт.
она из-за зонта вот покричала немножко, но я думаю, ничего так страшного нету. Вика не в настроении, у нее идет акклиматизация. Еще вот такой второй ей заказала. Платье свитшот для девочки, размер 140-146. Великовато немножко, но я думаю, будет окей. Вот, дальше, ребят, что еще взяла? Это вот такие вот плавочки и так далее. Сидят они на мне, конечно, хорошо, конечно, идеально, с завышенной талией. Но я, если честно, сама комплексую пока их носить. Но вот не захотелось отправлять на возврат, оставила. Действительно классные, действительно клевые, действительно хорошие. Прямо никаких нареканий нету. Нареканий у меня только к самой себе. Если честно. Еще такие вот плавочки. Еще одни взяла, тоже очень классные. Я хотела их даже взять с собой на отдых, но в последний миг передумала. Думаю, я их все равно пока вот в этом году еще не надену. К следующему году, может быть, я подтяну фигуру, и тогда будет лучше смотреться. Но вот почему-то у меня такое мышление, как вам даже объяснить. Я считаю, что если что-то где-то уже некрасиво, отвисло, запустили вы себя и так далее, показывать это на всеувидение всем, ну, как-то... Мне кажется, это нехорошо даже по отношению к тем, кто будет на вас потом вот это смотреть. У меня почему-то такие комплексы, вот, и мне кажется, что вот у меня сейчас начался процесс похудения, и тело стало не таким красивым и ровным, когда я была плюшечкой-финтифлюшечкой. И, конечно... Я ношу сейчас сплошные купальники. Сплошные купальники я все с собой брала, носила, купалась, не все было хорошо. А вот эти пока что не стала носить. Далее бюстгальтер. Просто идеально на мне сел. Абсолютно идеально, абсолютно классно. Это мой размер, это просто шикарно. Просто наишикарнейший. Сейчас я вам скажу размер. Артикул 920-321-85С. До такой степени он на мне хорошо лег. И грудь в нем такая красивая, суперская. И поролончик тут очень тоненький, он не будет прямо. Но не скажу, что прям супер тоненький, но такой нормальный. В общем, грудь лежит хорошо. Вот, и точь-точь такой же, только полосатик. Тоже его себе оставила, но, к сожалению, не сняла. Не сняла по отъезду. Артикул 920-331, тоже 85С, прям идеально на меня сел. Вот, тоже очень-очень красиво. Тут такая штучка есть, да, если тут просто так шов видно, да, то есть, ну, тут аккуратненько, то тут прям вот такая вот штучка перекрывает шовчик, и получается красиво и аккуратно. И сейчас такие купальнички в моде. Также заказала себе тапочки, пока они есть, себе, свекрови. Их я вам уже тоже показывала, просто показываю, что еще пришел небольшой дозаказ. Они реально прикольные, классные, в них здорово ходить, ножка не потеет, облегченный такой вариант на весну-лето. Тоже очень-очень здорово. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, за кадром Шишкина Екатерина. Всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения.